9 сентября. 10-я международная выставка вооружений Russia Arms Expo 2015 начала свою работу. Юбилейная выставка обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок российского ОПК. Преимуществом RAE-2015 является насыщенная деловая программа и беспрецедентные демонстрационные показы, проводимые на сей раз в новом формате. Воспроизведение реальной боевой обстановки, отражение натиска противника. Это захватывающее действо миллионы телезрителей по всему миру смотрели в прямой трансляции на аккаунтах телеканала Russia Today на русском, английском, испанском и арабском языках. Демонстрационный показ и масштабная экспозиция обеспечиваются благодаря наличию уникального полигона, позволяющего продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в режиме реального времени на площади свыше 400 тысяч квадратных метров. Выставка раз от раза становится более зрелой, более интересной, насыщенной как политически, так и с точки зрения профессиональных моментов. Мы отмечаем высокий уровень дискуссий, которые уже прошли, разумеется, широкую представленность зарубежных участников. Интерес к Russia Arms Expo неизменно проявляют специалисты из самых разных уголков земного шара, тем самым подтверждая высокий уровень международной выставки вооружений. Число иностранных делегаций в этом году составило более 50. Традиционно выставка RAE-2015 проходит как в павильонах, так и на открытых площадках, общая площадь которых порядка 15 тысяч квадратных метров. На 6 площадках расположилось более 200 экспонентов с образцами инновационной техники и боеприпасов. В целом посетителям представлено более 2500 экспонатов. Деловая программа Russia Arms Expo 2015 в значительной степени определила векторы научно-технического развития оборонно-промышленного комплекса России. Повестка первого дня RAE-2015 охватила вопросы, касающиеся конъюнктуры международного рынка вооружений, а также финансово-инвестиционных аспектов ОПК. Впереди RAE-2015 ждет 3 дня интенсивной работы, демонстрационных показов и актуальных дискуссий.